Итак, остался у нас декор. Очень красивые такие веточки хлопка. Вот. Они идут в тандеме вместе с вербой. Сейчас я покажу. Такая вот верба. Конечно же, будет настоящая еще на столе, но это очень придает такое романтическое настроение. Она светится. И в тандеме с хлопком, так вот в вазочке, но смотрится очень красиво. Я уже проверяла, снимала красивый декор. В общем, смотрите, какая красота. Супер. Очень красиво. Работает на батарейках, поэтому очень удобно. Так, и теперь самое интересное, это у нас, конечно же, текстиль. Так, я заказала такие вот полотенечки. Вот, с зайцами. Заказала сразу в двух экземплярах. Мне очень понравилось. Цена, качество. Морковочки. Куда же без морковочек, правда? Зайчики. И вот такие вот зайчики. Вот. Красивые такие полотенечки. Мне особенно морковочки понравились. Такие нежные-нежные. Вот. Можно и на подарок сделать такой. Так, это есть. Это, конечно, пришло позднее, чем я ожидала. Я еще не открывала. Я думала, что это придет к Масленице, но не пришло. Такое тоже красивое полотенце на Масленицу, как декор. Такой самоварчик красивый. Ложечки, кстати. Вот эти у нас дома такие были еще в детстве. Да, была маленькая. У нас дома такая вот ложечка еще есть. Это вот то, что осталось. Так. Ну, это не относится к пасхальной тематике. Ничего страшного. Так, и, конечно же, скатерть. Скатерть и салфетки к скатерти шли в комплекте. Скатерть у меня огромная. Я не знаю, как вам ее показать. Попробую сейчас показать. Сначала покажу вам такая вот дорожка. Дорожка на стол. Вот. Все красивая. Такая нежная расцветочка. Так, ну давайте я попробую показать. Лесная тематика и тут всякие лисички, зайчики, животные. И вот, видите, даже тальненок с пасочкой. Здесь вот зайчики. Везде висят на деревьях. Сейчас попробую. Давайте показать. Везде висят различные яйца, крашенки. Можно, конечно, смотреть на столе. Я обязательно покажу. Давайте попробуем расстелить. Такая вот. Не знаю, видно, не видно. Да, вроде бы видно. Вот различные животные. С этой стороны, если показать еще. Вот. Тоже пазочки. Такое все очень красивое, нежное, акварель, тематика. И к этой же скатерти шли вот такие салфеточки. Смотрите, какая прелесть. Животное. Лисичка. Тут у нас олень. Снова лисичка. Не помню, здесь есть кто-то еще или только лисичка и олень. А, здесь лисичка и олень. Видите, два вида. Смотрите, сколько салфеток. Все шло в комплекте. Это очень красивое. Красота. И, конечно же, к ним кольца для салфеток. Вот такие вот милые зайки. Сейчас покажу. Вот. Зайки, кролики. Не знаю, как их правильно называют. В комплекте 6 штучек было. Вот. Ну, в принципе, все. Надеюсь, вам было интересно.